Уссурийский суд вынес приговор пироману. Год и 4 месяца заключения преступник получил за поджог автомобиля. Мужчина превратил «Тойоту» в пепелище 4 года назад на парковке возле дома в Пуцыловке. Возгорание произошло в ночное время. Установлено, что транспортное средство владелец передал во временное пользование своей знакомой. Стражи порядка изучили место преступления, а также записи с видеокамеры. Неподалеку от останков машины нашли бутылку с горючей смесью. В ходе розыска установили личность поджигателя. Им показался 31-летний, ранее судимый житель села Пуцыловка. В ходе предварительного следствия он признался, что поджог совершил на почве ревности, так как ошибочно посчитал, что автомашина, на которой передвигалась девушка, с которой он раньше встречался, принадлежит именно ей. Ущерб от злодеяния составил 295 тысяч рублей. Суд Уссурийска признал мужчину виновным. Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.